А уже с утра водители, которые выезжали из Нижнекамска, писали в интернете сообщение о том, что покидать город нежелательно, потому как на трассе очень сильный гололед, а вот от ледяного дождя очень сильно пострадало Сухаревское сельское поселение. Туда наша съемочная группа как раз таки и отправилась, но в целях безопасности мы остановились в деревне Барок, потому что ехать просто невозможно. По пути мы даже увидели машину, которая слетела в кювет, и служба эвакуации пыталась достать машину из оврага, но этого не получилось. Потому как, когда включается лебедка, большой груз начинает просто скатывать туда же, в кювет.